Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Сейчас мы выполним упражнение номер 7 на странице 99 учебника математики для 3 класса автора Маром. В этом упражнении мы должны будем выразить одни единицы измерения других. 6 дециметров 3 миллиметра выражаем в миллиметрах. Ну, во-первых, вспоминаем, что в одном дециметре 100 миллиметров. В 6 дециметрах 600 миллиметров. Значит, 6 дециметров 3 миллиметра равно 603 миллиметра. 4 метра 5 сантиметров выражаем в сантиметрах. В одном метре 100 сантиметров. В 4 метрах 400 сантиметров и плюс 5 – 405 сантиметров. 7 рублей выражаем в копейках. В одном рубле 100 копеек. В 7 рублях 700 копеек. 5 часов выражаем в минутах. В одном часу 60 минут. Чтобы узнать, сколько минут в 5 часах, 60 умножим на 5. Получится 300 минут. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.